Доброго дня, мої дорогенькі господині! Сьогодні я буду готувати дуже смачну і дуже просту справу. Це кабачкова ікра. Добрий день вам! Я з України! І так почнемо. Мені потрібно 3 кабачки. Бачите, які вони у мене? Морква одна. Така величенька морква, суміш перців, олія, у мене рафінована олія, беріть олію рафіновану, вона годиться для того, щоб на ній можна було б жарити, вона не горить. Ну і, як завжди, потрібна сіль. І так давайте почнемо. Кабачата буду натирати на оцій, ні, не цій. Покажу вам, на який можна натерти кабачата. А я буду натирати на електричній. Так мені зручніше і швидше. Якщо у вас такої нема, електричної, то можна і на такої теж швидко і швидко. Я порізала кусочками. Вот кабачок вот такими вот брусочками, для того, чтобы моя мясорубка спокойно перерабатывала, натирала кабачки. Вот сделала такое вот устройство. Сюда будут падать тертые кабачки, потом лишний сок будет стекать в миску. Сначала я порежу небольшими кусочками, чтобы моя терка электрическая нормально переварила кабачки. Ну вот, кабачки мои натерты. В миске еще пока сока нет. Ну, кабачки сочные. Возможно, я их немножко отожму. А сейчас займусь морковкой. Точно так же морковку, только уже сито я уже не буду сюда в сито морковку высыпать. Просто натру ее на терке. Порежу ее тоже кусочками для своей этой терки электрической. А вы, если на обычной терке, просто трите моркву на обычной терке. Вот заготовки мы сделали. Натертые кабачки, их можно немножко присолить, чтобы они отдавали больше сока, тогда они сок отдадут быстрее. И тертая морковь. Сейчас займемся луком. Большая луковица, я буду резать ее просто кубиком, небольшим кубиком. Теперь я беру большую сковородку. На Украине это называется пательня. Велику пательню беру. И буду обжаривать, жарить буду цибулю. Цибуля – це лук. На разогретую сковородку наливаю масло. Масло лью немножко. На ваше усмотрение, как говорится. Масло должно закипеть. Увидите бульбочки. И проверять можно луком. Я думаю, что вы знаете, как проверять, готова сковородка или не готова. Нужно бросить небольшую луковичку. Если она шипит, значит, можно забрасывать весь лук на сковородку. Видите, шипит, и даже слышно, как он шипит. Ну и теперь весь лук отправляем в сковородку. Жарим до прозрачности и немножко до такого розового цвета лука. Не зажариваем. Нам слишком жареный лук не нужен. Теперь добавляю морковь. Обжариваю до мягкости. Добавляю кабачок. Немножко его отжала. И добавляю.
будем жарить его немножко так, а потом под крышкой. Ну и, конечно, будем солить, перчить. Да, еще я вам забыла сказать, что в конце буду добавлять томатную пасту. Можно добавлять помидоры, но мне больше нравится с томатной пастой, потому что она густая и не дает лишней жидкости. Все перемешиваем до однородности, чтобы она была вся одинаковая. Я накрываю крышкой. Тушу под крышкой до мягкости кабачков и, конечно же, моркови. И нужно будет солить, перчить. Для любителей чеснока можно добавить чеснок. Но я в эту икру чеснок не добавляю. Мне нравится икра с молотым перцем. Да, насчет пасты томатной. Вот такая у меня томатная паста. Если у вас паста вот такая, ее нужно где-то взять столовую ложку или чуть больше столовой ложки на количество ингредиентов, которые у меня. 3 кабачка и 1 морковь большая, и 1 большая луковица. Если у вас одноразовая, то достаточно 1 треугольника. В треугольнике 70 грамм томатной пасты. Чайная ложка соли. Одной чайной ложкой я уже солила сырые кабачки, чтобы они выпускали сок. Поэтому вот 2 чайных ложки соли я положила. Вы пробуйте по своему вкусу, добавляйте соль. Да, я добавляю. Можете положить сначала меньше, а потом по необходимости добавить. Конечно же, пробуйте на свой вкус, сколько перца вам нужно. Но если черного перца нужно чуть больше, то смеси перцев нужно поменьше. Потому что здесь и красный острый перец чили, и, в общем, смеси белый перец и черный перец. Нужно все пробовать. Тушится у меня на среднем огне. Чуть меньше среднего огонь. Вот икра уже однородная по цвету. Она мягкая. И теперь я добавлю томатную пасту. Но опять же, томатная паста по вашему вкусу. Вот я добавляю столовая ложка. У меня вот с горкой столовая ложка. Смотрите сами. Сначала положите 1 ложку. Перемешайте. Попробуйте. И потом решите, добавлять еще томатной пасты или не добавлять. Теперь под крышкой. У нас икра не жидкая, нормальная. Если икра жидкая, то можно жарить без крышки, чтобы часть жидкости испарилась. Ну, у меня икра нормальная, я буду пока еще под крышкой жарить ее. Чтобы она была мягкая, приятная на вкус. Ну что, заглянем под крышку. Смотрите, какая она получилась. Очень красивая. Мне нравится по вкусу эта икра. А вы приготовьте и попробуйте. И напишите в комментариях, понравилась вам такая икра или не понравилась. А сегодня с вами была Инкогнито Татьяна. Всем пока-пока. До новых встреч на моем канале.